А чё? Пожар! В доме начался пожар! Всем привет, это Айс. Сегодня мы продолжаем играть в инди-игру Beat Cop. У нас сегодня на повестке дня 5-й рабочий день в роли нашего обычного полицейского. Приступим. Бруклин, Нью-Йорк. Шоколадное мороженое, день 5. Подъем! Что смешного, Макнап? Келли, у тебя вчера было полно работы, а? Ты справился с очень важным заданием. Игорь Денко счастлив, просто в восторге. Настолько, что ему захотелось остаться и работать с тобой. Только не это. Но он уже в Новосибирске. Диспетчерская жаловалась на количество вызовов. Но я вступился за тебя, Келли. Знаю, ты сделал все, что смог. Так что тут у нас еще? Ты выполнил норму по штрафам. Ты выкурил 3 автомобиля, молодец. Резюмирую. Ты отлично потрудился. Достали блокноты и слушай меня. Сегодня вы должны выписать 4 штрафа за фары. И патрулируйте свои участки. Ладно, мне надо... пососать. Инструктаж окончен. Сегодня что-то довольно быстро. Да, довольно быстро. Венок уже пропал. Буэ! Ха, свинья. Это он рыгнул, типа. Это ребрышки. Твою мать, ты завтракаешь ребрышками? Немного осталось после вчерашнего. Теперь понятно, что так воняет в раздевалке. Да что ты говоришь? Сержант Холлоуэй. Чего? У меня личный вопрос. Что? А вы дома тоже так орете на свою жену? Ага, я ей говорю. Проваливай на улицу и лови всякую мразь. Да, сэр. Начинается суд над Уильямом Джексоном каким-то. Кем? Парнем из банды, который в прошлом году грохнул мафиози. Мы будем перевозить его в 4 PM. Я буду охранять здание суда. Ну нахрен. У банды сходка сегодня вечером. Келли, это твой участок. Может тебе к ним зайти? Откуда ты знаешь? Жирный Майк следил за ними. Мы кое-что о них знаем. Блин, ну я думаю, если я продолжу банду так давить, то ничем хорошим это не закончится. Выше нос, Келли. У тебя спокойный район. А где же хуже? Посмотри на остальных офицеров. Они уже почти... Что? Жирные? А она говорит... Ох, ты словно пожарный. Потуши меня. И... А я так потушил, что она чуть не захлебнулась. Видишь, о чем я, Келли? Да, босс. Ну что же, начинаем наш рабочий день. Сегодня 5 штрафов за фары и патрулируем. Они все должны быть законными. Не теряй головы. Здесь нельзя стоять. Чего, жопушник, тут можно парковаться. Теперь даже не найдется, чтобы мы тебя подвезем. А, не надейся, что мы тебя подвезем. Подвезете, как миленькие. Тебе же так нравится запах моего одеколона. Офицер! Можно отвлечь вас. Так, там что-то патруль. Закончить патруль. На пару секунд. Конечно, вам нужна помощь? Не совсем. Скорее, это я могу вам помочь. Если вдруг вы устали от работы, в кармане завалялась пара баксов. Сколько нужно денег? $2000. 2000, серьезно? Билет в один конец до Мексики. Немного дороговато, но поверьте, оно того стоит. Уютный домик, дружелюбные сеньориты, текила. Все, о чем мужчина может только мечтать. И я подумаю над этим. Встретимся через 2 недели. Если соберете нужную сумму. Понятно, это как в Paper Please, типа, походу можно будет свалить. Берегите себя, Джей. На месте. Не забывай о норме по штрафам. Хорошего дня. Так, секунду. Давайте посмотрим, что тут у нас. Банда встречается в ломбарде в 4. Ага. Может быть, зайду все-таки к ним. Через 2 недели я смогу сбежать в Мексику. Нужно купить новый дом, оформить все бумаги. Так, это инфа по фарам. Отправляйся в магазин Адамский.
Они поймали воришку. 617. Давайте быстренько сбегаем. Как дела, мистер Адамский? Проблем нету? Вор, грабеж средь бела дня. Что он забрал? Мармеладных мишек. Ха-ха-ха. Ты не староват для мармеладных мишек? Или ты маленькая девочка? Нет, пошел ты. Ты усложняешь жизнь мне и мистеру Адамски. Надо тебя проучить. Адамски, у вас подсобка есть? Дайте подумать, внутри есть холодильник. Эй, ты чего хочешь сделать? Мне некогда выписывать сраные бумажки. Посидишь в холодильнике. Да ты прикалываешься? Слушайте, я в прошлый раз его освободил. На помощь кто-нибудь! Я зайду попозже и выпущу его. Внутри есть что-то, чем он сможет причинить себе вред? Нет, там пусто. Просто очень холодно. Долго он там не просидит. Так что постараемся забрать этого ублюдка пораньше. Я за ним вернусь. Спасибо, Келли. Поступило сообщение о том, что Майфи помогает деньги за крышу. Где? В лунной походке. Понял, я займусь этим. Так, давайте сперва мы дойдем до конца улицы. Я закончил утренний патруль, все спокойно. Жду вечернего рапорта, отлично. Так, Moonwalk, вот он. Привет. Ну как идут дела? Сейчас не самое подходящее время, я только... Захлопни пасть. Кажется, я понимаю, что здесь происходит. Ты шел бы своей дорогой, у нас тут личный разговор. Арестовать. Я этого не допущу, только не в мою смену. Ты вернешь деньги и пойдешь со мной. Мы этого не забудем. Еще один штраф за фары. Так, поговорим с нашим другом-бомжом. Жирного Майка грохнули не наши угольники. Правда? Они тоже хотят выяснить, кто это сделал. Отчаянные меры, продолжай. Но угадай, кто открывает шампанское. Лживые макаронники. Спасибо за информацию. Все это дело отвратительно пахнет. Думаю, я буду строить из себя дурачка. Ах, пончик, еще они в пончике бабки вымогают. Быстрее, 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 пончик, я бегу. А я еще думал, что он тут стоит, этот латинос. Приветствую вас, господа. Сейчас не самое удачное время, легавый. Бип-бип-бип-бип. Что это за херня, а? Бип-бип-бип-бип. Слышали? Какого черта ты делаешь? Это сработал мой детектор хитрожопых макаронников. В общем, либо ты сам уйдешь, унесешь свой зад отсюда, либо я сделаю это за тебя. Татьяна, это имя для тебя что-нибудь значит, офицер? Арестовать. А, это моя территория, ты пойдешь в участок. Я запомню твою жирную жопу, хуесос. Точнее, хитрую жопу. Так, ну если... Негры ни при чем. Йоу, какие дела, адмирал? Есть для нас что-нибудь? А, да, есть кое-что. Часы? Что побольше? Информация обойдется тебе в 100 баксов. Господи, посмотрим, стоит ли она того. Суд над Уильямом Джексоном начнется сегодня. Его при... Ух ты, ничего себе, я не знал, что эту инфу им надо. Офигеть. Мы о нем позаботимся, это тебе... Бля. Пиздец, там же эта баба, ее могут убить. Ебать, блядь. Че я наделал, а? Че я наделал? Или ее подстрелят, или ее ранят. Эй, а чё? Пожар! В доме начался пожар! Нужно связаться с пожарной службой. Это диспетчер. Принято. Срочно отбуксуйте машину. Закрываешь проход. Ага, понятно. Главное, сам не мешай. Так, давай. На связи. Срочно. Эвакуатор. Так, ну, я думаю, этого места достаточно. А надо звонить пожарным? Нет, пожарным звонить. Не надо. Пожарная машина-то там где?
Да вы гоните, чуваки. А, успели пожарные приехать все-таки. Это диспетчер. Да ёб твою мать, я отбуксировал ее, какого хера, просто новая припарковалась. Блять, сука, сука. Я теперь твои фары, я найду, да чё докопаться у тебя. Так, надо выпустить этого педика, а то он замерзнет и сдохнет там. У Адамски. Папа, папа, папа. Дина, что ты тут делаешь? Я хотел поговорить, что такое. Ты перестала меня ненавидеть? Папа, прекрати, пойдем в церковь и поговорим. Ладно. Бля, давайте быстро. Что такое? Я знаю, что у тебя проблемы. Не в первый раз. Я знаю больше, чем ты думаешь. Откуда? Скажем так, у меня есть друг. Он и твой друг тоже. Кто? Я не могу сказать. Он бы этого не хотел. Кто он? Мамин друг. Новый друг. Я с последним не сильно дружил. От него я узнала, что произошло. Я хочу помочь тебе. Нас уже двое. Я и кто новенький? Что-то я начал быстро слишком кликать. Я не хочу, чтобы мой отец стал преступником. Ты научил меня честности. Я еще ходить... ходить на горшок. Папа, я серьезно. Нет, ничего полезнее, чем регулярно ходить в туалет. Папа, тебе надо очистить свое имя от всего этого дерьма. Так, мне нравится, что ты говоришь с дерьмом. Мне пора пока. Люблю тебя, знаю. Убежали к Адамски. Охладился? Я замерз. Он вам сильно мешал? Сначала пошумел немного, потом затих. Еще будешь воровать? Не, больше никогда, мамой клянусь. Надеюсь, это был последний раз. Больше никогда в жизни. Хочешь петушатники покукарекать недельку? Пожалуйста, нет. Проваливай. Спасибо, офицер. Всегда пожалуйста. До свидания. Говорит диспетчер. Вопрос решен. Предупреждением оказалось достаточно. Супер! Супер микс. Так, что такое? Привет, офицер. Мы хотим попросить вас об одной услуге. Что такое? Мы ищем машину одного из наших альфонсов каких-то там. У нас на его счет сомнения, и мы хотим узнать, где он паркуется. У него черный кадиллак, номер машины такой-то, такой-то. Отказаться. У меня нет времени на это. Я передам, что вы отказались. Чё, как, капитан, над чё-нибудь? У меня есть хорошая дурь за 20. Не сегодня, может, другой раз, пока. А чё его я арестовать не могу, если он предложил дурь? На связи, вечерний патруль. Прошёл успешно. Патрулирование закончено, отлично. Так, что у нас по квестам? Банда встречается в ломбарде в 4. Мы закрыты на ремонт. А я пришел с проверкой. Проверкой сейчас? Ну да, что? У нас сходка. Очень не вовремя. Надавить. Я не люблю сходок. Они меня нервируют. А мне какое, блядь, дело? Это наша поляна. Хочу постоять в углу, пока... В общем, что-то там. Без ордера можешь поцеловать меня взад. Хочешь рискнуть? Ублюдок. Тоже. То-то же. Мы этого не забудем. Мафии понравилось. И рабочий день окончен. Среагировал на кражу Адамски, среагировал на сообщение о пожаре. Ну блин, херово среагировал. Следуя правилам, обошел всю улицу два раза. Пресек две попытки вымогательства, получил чек на 50 баксов. Я не смог выполнить все задачи. Мое жалование урезали на 25. Где я не смог выполнить? Я специально посмотрел, все квесты выполнил. Отстой.
Но так или иначе, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий, может быть, вам есть что интересное написать, может быть, я что-то еще не знаю о биткопе. Ну а если вы здесь первый раз, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!